На бледно-лазурном стекле расписаны ярко узоры. Цветы наклонились к земле, скала убегает к скале, и видно, как дремлют во мгле далекие снежные горы. Так в 1897 году писал о витражах Константин Бальмонт в своем стихотворении «Узорное окно». Витражом называют картины из цветных кусочков стекла, скрепленных между собой. Чаще всего эти картины вставляют в оконные проемы. Отличается резко от всех остальных видов искусства тем, что возникает при пропуске света, прохождение света сквозь витраж, который уже обрисовывает тему, образы. Колышутся деревья за окном. Набегают тучи, закатное солнце, и витраж живет, меняется. Это очень интересно. При слове «витраж» обычно представляют огромные стрельчатые окна готических соборов. Однако появился витраж не в эпоху Средневековья, а гораздо раньше. В Древнем Риме цветным стеклом украшали потолки и своды дворцов. В VI веке нашей эры их использовали в оконных проемах романских сооружений. Стены тогда были мощные, а вот окна узкие. В самом начале витражи были очень мелкими, потому что не было, как бы стекло не производили, собирались с льду, и слюдяные вот эти вот кусочки использовались для изготовления этих самых витражей. Когда научились люди делать стекло, то оно было тоже очень малого формата. Поэтому, собственно говоря, и делали витражи, поэтому их и соединяли. В России собственное оконное производство появилось лишь в 17 веке. До этого стекло привозили из-за границы. Особенно ценным товаром было стекло цветное. Когда же появились первые витражи в России? Это произошло в начале 19 века, когда русское общество было увлечено романами Вальтера Скотта и готической архитектуры. Тогда появились первые псевдоготические постройки в духе английской готики, и, конечно, в них неизбежно должны были появиться витражи. Особняк Кёльха получил свой нынешний облик в начале 20 века. Сохранилась прекрасная готическая столовая. По окнам дома барона Кёльха в Санкт-Петербурге вполне можно изучать историю витражных сюжетов. Сначала, значит, были просто бесформенные, как бы, цветные стеклышки. Никаких сюжетов, никаких орнаментов, там вообще ничего не было. Потом появился орнаментальный витраж, который получил достаточно широкое распространение. Затем, когда люди достигли больших успехов в деле производства витражей, тогда стали включать уже какие-то фигуративные моменты, орнаментальные, но уже с включением там животных, каких-то растений. А дальше перешли уже к фигуре человека, и таким образом стали появляться светские витражи. Наиболее интересны 4 окна в эркере. Там в верхней части изображены портреты рыцаря и прекрасной дамы. Легенда приписывает, что эти витражи изображают владельцев дома. Но, к сожалению, нет никаких документальных данных, которые способны подтвердить или опровергнуть эту легенду, потому что изображение владельцев не сохранилось. В России моду на витражи ввел Николай I. Позволить себе изящнейшие изображения могли только очень состоятельные люди. Российские заводы в то время не могли производить ничего подобного, но, стараясь подражать западному чуду, расписывали стекла недолговечными красками или просто клеили бумажные рисунки. Первые витражные мастерские появились в России только в конце 19 века, но просуществовали недолго, до 1917 года. В эпоху советской власти многие витражи до революционной поры сознательно уничтожались. Особенно не повезло витражам в храмах. Именно поэтому сформировалось мнение среди историков и искусствоведов, что витражи не были характерны для русской православной культуры. Но время показало, что это не так. И множество прекрасных витражей украшали храмы России. Сегодня, когда здания храмов возвращаются верующим, восстанавливают и витражи, которые украшали их в прежние времена. Я, как обычно, гуляла по парку. Там такое здание стояло непонятного назначения. Не было ни куполов, ничего не было. Ни крестов, ни куполов.
Так произошло с петербургским храмом Преображения Господня в Лесном. Оказывается, это одна была из первых служб. Священник, отец Михаил, благословлял, все к нему подходили. Ну вот я ему сказала, что я витражист. Он очень обрадовался. Оказывается, в храме было по описанию транспарантное стекло в алтаре. К сожалению, неизвестно было, что на этом стекле было изображено, но, очевидно, храмовая икона. И поэтому у него возникла такая идея, что можно было бы для храма сделать как раз вот храмовую икону с Преображением Господним. Я согласилась, и примерно целый год я занималась этой работой. Основанием для рисунка, который был приготовлен для витража, послужили иконы Феофана Грека с Преображением Господним и раннехристианские образы. Вот икона так сложилась. Ее установили в алтаре. Уже освящена, намолена. И начало восстановлению храма в результате было положено именно этой иконой. Витражист всегда зависит от архитектора, ведь стеклянную картину нужно вписать в существующий оконный проем и не нарушить стилистики здания. При этом у каждого художника свой почерк и свои творческие предпочтения. В данном случае, поскольку храм под влиянием византийского искусства выполнен, обрамление, орнамент тоже взят византийский. Ну вот есть у меня такая страсть, звездочки, они появились и в церковных витражах, и в тех витражах, которые я выполняю как кабинетные, на них тоже звездочки присутствуют, разные звездочки, не одинаковые, но тем не менее они светят, свет он пронизывает цветные стекла и дает им новую жизнь. Мы привыкли воспринимать витраж как элемент архитектуры, но уже в XIV веке он выходит из оконных проемов и становится самостоятельным произведением, можно сказать, картиной. А с развитием электричества исчезла потребность и в естественном освещении витража. Благодаря искусственной подсветке витраж преспокойно переместился в подземелье. В 1951 году 32 стеклянные картины украсили вестибюль станции метро Новослободская в Москве. Эта искусственная подсветка вызывала много споров в прессе того времени, поскольку витражи всегда были предназначены для естественного солнечного освещения. И очень многие сомневались, что они будут хорошо выглядеть, и что витражное стекло не будет выглядеть мертвым и бездушным. С московской подземки началась история советского витража, история возрождения этого искусства в нашей стране. Эскизы выполнил знаменитый художник советской эпохи Павел Корин. В материале они были выполнены латышскими мастерами. Композиция этих витражей однотипна. Различаются лишь медальоны с изображениями фигур в верхней части. Это были сюжеты из советской жизни того времени. Там изображены рабочие, колхозники, крестьяне, творческая интеллигенция, ученые. Сложно сказать, кто и когда решил, что использовать цветные стеклышки можно не только в оконных проемах. Вероятнее всего, первые интерьерные витражи относятся к эпохе Возрождения. В начале XVI века возникает такой феномен, как кабинет искусств. Поскольку эта комната имеет определенные границы в своем пространстве, она не настолько велика, чтобы вместить туда витражи большого размера. Начинают заказываться небольшие витражи. Вот этот кабинетный витраж создан по гравюре Ханса Шоффелайна. Гравюра относится к самому началу XVI века и изображает 12 апостолов, сидящих вокруг круглого стола во главе с Иисусом Христом. Вот эта небольшая фигура – это фигура донатора, заказчика витража. Иногда люди запечатлевали на витражах важные моменты своей жизни. Одним из самых популярных сюжетов было бракосочетание. Как правило, на таких витражах изображались мужчина, так сказать, в латах, в доспехах рыцарских и его супруга. Кроме того, были изображены гербы. Гербы родов, потому что тогда это было распространено. А сверху, как правило, была изображена какая-то сцена, которая относилась к тому, чем, так сказать, вот эти семейства занимались. Охотой, шили что-то. Это была такая семейная реликвия, которая потом передавалась по наследству от родителей к детям, внукам и так далее.
Перед вами швейцарский витраж, датируемый 1604 годом, созданный неизвестным мастером из Цюриха. Данное стекло, изображающее приезд блудного сына в таверну, имеет также сопроводительную надпись. Приехав в чужие страны, он стал предаваться пьянству и азартным играм, тем временем упускает время для женитьбы. Вот такой, как бы, посыл изобразительный и текстовой новому подрастающему поколению. До сих пор брачные витражи являются важным источником информации о родстве различных европейских фамилий. Мастера витражной мастерской готовили не полностью витраж от начала до конца. Они занимались только работами, связанными со стеклом. Что касается подготовительных рисунков к нему, то они изготовлялись отдельно прославленными графиками того времени. Доходный дом страхового общества «Россия» построен в начале 20 века. Там находится уникальный ансамбль витражей. Устная легенда связывает эти витражи с именем Николая Рериха. Документальных подтверждений этому нет, но тем не менее легенда живет среди петербуржцев. И действительно, стилистическое решение витража на первом этаже напоминает работы Рериха. Там изображен зимний пейзаж, такие избушки, финские или русские, под толстым слоем снега на фоне северной природы. Вот у нас с вами есть образец витража голландского 17 века с изображением сокола. Эти стекла размещали на окнах среди стекол бесцветных. И поэтому каждый дом наполнялся щебетом птиц, полетом там бабочек, стрекоз. Работа заключается в том, чтобы методом удаления на основе изображения выявить рисунок основной. Мастер нанес на стекло краску, обжег в печи, а теперь аккуратно удаляет ее в тех местах, где по его замыслу должен проходить свет. Получается тональное изображение рисунка. Теперь на оборотной стороне необходимо нанести цвета. Техника создания этого витража называется «гризаль», что в переводе с французского означает «серый». Дело в том, что изначально живопись была монохромной, использовались тона одного цвета, и только потом стали брать дополнительные красители и расписывать нужные детали рисунка. Сейчас я вам покажу законченный небольшой кабинетный витраж. Витраж и свет – понятия неразделимы. Только появление лучей оживляет изображение. Вплоть до XIX века мастеров по созданию витража называли просто живописцами, ну или художниками по стеклу. Со временем появилось слово «витражист», что неудивительно, ведь техник этого искусства великое множество. Валерий, а вы какой витраж делаете? Я сейчас делаю наборный витраж из фацета в латунной протяжке. А фацет – это что такое? Фацет – это такое стекло, заготовка уже сделанная с краевыми вырезами стекла. Угу. Берется протяжка, подгоняется под фацет, угу, по нужным параметрам, угу, и потом спаивается в общую картинку. В конечном итоге получается вот такой витраж наборный. Угу. Очень красивый. Долгое время стеклянные картины оставались плоскими, довольно грубо склеенными. Но в XIX веке Луис Тиффани сделал витраж объемным и изящным. Американский художник научился аккуратно спаивать даже мельчайшие кусочки и впервые соединил стекла гладкие и фактурные. Ну, ты берешь в руки стекло и примерно представляешь, что из него можно сделать. Бывает просто очень красивое стекло. Его вот просто взял в лапки и уже не отпустишь. В общем, большинство работ, которые я делаются именно из таких стекол, которые я долго-долго подбирал. Питерский художник Вадим Лебедев работает в технике Тиффани уже много лет. Художник обычно начинает работу с того, что он делает эскиз. Это моя излюбленная тема — магнолии. Детали рисунка могут быть сколь угодно мелкими, но чем больше в нем Т-образных пересечений, тем витраж будет прочнее. Вспомните принцип кирпичной кладки. Могу показать это стеклу.
Посмотрите, какое красивое. Подкладываем под стекло и режем элемент. Хорошо. Должен быть легкий-легкий хруст такой, не сильный. Потом такое легкое подстукивание. Брюки превращаются. Тут будет веточка идти. Вырезанный таким образом кусок стекла обязательно обрабатывают на шлифовальной машинке, иначе можно и порезаться. Обычно витражисты для того, чтобы пометить и понять, что вырезано, ставят крестик. Потому что иногда в запале можно вырезать несколько раз одно и то же стекло. Когда-то стекла одевали в тяжелые свинцовые оправы. Тиффани облегчил витраж. Именно он начал обматывать кусочки тонкой и невесомой медной лентой. Приклеивал ее пчелиным воском. В наши дни уже появилась самоклеящаяся. Таким образом, один элемент у нас собран. И теперь мы будем играть в пазлы, которые я складываю всю свою жизнь. Стараясь добиться тонких швов, многие новички подгоняют детали вплотную. Однако делать этого не стоит, иначе в процессе пайки витраж пойдет трещинами. Фрагменты должны лежать свободно. Для того, чтобы соединить наши эти прекрасные пазлы, нам потребуется следующая операция – пайка. Шипит, как на сковородке рыба. В своих работах Вадим смешивает несколько техник. Чтобы появился объем, он выдувает стекло на горелке. Таким образом сделаны сердцевины магнолий. Для создания рельефа спекает стекло в печи. А в этот витраж художник поместил несколько настоящих лампочек. Получились уличные фонари. Вадим постоянно придумывает что-то новое. Идея, которую мне давно уже подсказал один физик. Представьте себе витраж. По нему, значит, проходит солнце задним планом медленно. И постепенно меняется освещение. И вы видите сначала утро, потом видите день, потом видите вечер, потом наступает ночь. Но, пожалуй, самой сложной и самой любимой техникой Вадима является живопись на стекле. С помощью нее он может создавать портреты своей дочери Маши. По мере того, как вот ребенок рос, я делал витражи о ней. Сначала ей было очень мало лет, и я ее решил посадить в сирень. Вторая работа – Флора. Я ее очень долго рисовал, очень долго думал, как нарисовать так, чтобы это было ощущение весны. Работу. Давай. Свой первый витраж Маша сделала 5 лет назад, когда ей было всего 8. Всегда присутствует страх того, что ребенок может порезаться. И я, в общем, только сейчас могу спокойно уже доверить стеклышко, откусить, отколоть. Нормально? Да, очень хорошо. Третья работа. Юность. Готическая такая девушка, которая стоит у окна, смотрит на единорога и на красивый пейзаж за окном и выдувает пузырики. Я подобрал подходящие по размеру линзы из каких-то вот старых приборов. Следующая работа будет уже тоже о ней, скорее всего. Теперь, наверное, ее надо садить на какой-нибудь мотоцикл. Существует огромное количество стекол. Прозрачные, матовые, с красивыми разводами и полосками. Такие получаются при добавлении сульфидов. Вот стекло многослойное. Кстати, эти пятнышки мастера называют не очень поэтично – плесень. Стекла выдувают, выпекают, как блины, и раскатывают скалкой. Все они складываются в удивительный мир – сияющий и разнообразный. В советское время мастера-витражиста постоянно ограничивала цветовая гамма заводских стекол.
Именно поэтому еще в 70-е годы Аркадий Натаревич попробовал окрасить стекло солями в качестве эксперимента. И эксперимент удался. У него получились интересные, невиданные ранее оттенки. И вот с тех пор, уже 40 лет, Аркадий Михайлович окрашивает стекла сам. Это фрагмент достаточно большого витража. Видите, и тут уже появляется рельеф, появляется искристость материала. А вот некоторое включение солей дает живописность, мягкость игры. И мне это нравится. Мне кажется, что это раскрывает богатство этого материала. Аркадий Михайлович родился в семье живописца и с детства все свое время проводил в мастерской отца. Теперь это его мастерская. В мастерскую я не впервые взял кисточку. Кисточку заставила меня мама взять. Это был возраст, когда ребенок любит бегать, играть в футбол, с хулиганами там во дворе драться и так далее. Это послевоенное сразу время. И вдруг она решила поставить на окно горшок с цветком и обязать меня акварелью, значит, нарисовать это. Ну, я, значит, как мог это сделал, и она решила, что все. Значит, я гожусь для того, чтобы поступить в художественную школу. Аркадия Михайловича называют одним из родоначальников современного петербургского витража. Он украсил стеклянными картинами многие здания своего города. А еще он показал, что этому виду искусства подвластны абсолютно любые темы. Вот 90-е годы, вот все летит кверх тормашками. И вот в такой пластической форме я решил сделать композицию. Каждый наблюдал, наверное, в своем доме, в своем дворе это бедствие, когда помойки были окружены бомжами. Все это на фоне старинной архитектуры, старинных пропорций подворотен. Наблюдал, конечно, вот эти бесконечные темы Нижней палаты, вот эта партия борется с этой партией. И мне захотелось немножко улыбнуться на эту тему. И вот я изобразил три партии в пластическом стеклянном варианте. И вот у меня партия рыжих, хотя рыжих вроде еще не существует, но она, может быть, и в будущем появится. Тема узника. Это скорее шло от пластического такого желания сделать малированный купол и превратить его в узника. То есть его зарешетничать, над ним повесить тюремную лампу и вот в этой архитектуре создать этот знак узника. Это тоже тема, кстати, 90-х годов. После распада Советского Союза витражным произведениям в России пришлось несладко. Многие витражи, созданные в 70-е и 80-е годы, просто погибли. Сегодня, когда это искусство вновь возвращается, в нем появляются новые темы. Было такое пожелание, чтобы в витраже отразилась тема Востока. Для меня как-то однозначно тема Востока – это орнамент, восточный, знаете, когда идешь по гостиному двору, то там все сплошная галерея ковров с восточным орнаментом. Тогда я подумал, а как же можно подойти к этой теме? И мне попалась книга с шумерскими знаками. Сверху эта лодка означает счастье. Это семья. А внизу солнце. Они удивительно красивые и емкие. Этому геральдическому кабинетному витражу уже почти 500 лет. Его верхняя часть создана в 15 веке, нижняя выглядит чуть новее. По-видимому, ее вставили позже. Несмотря на свою хрупкость, стекло – материал долговечный, если его бережно хранить. Витражные стекла, они выдерживали такие перепады температуры, так сказать, такие погодные катаклизмы, и снег, и дождь, и ветер, и, так сказать, и многие веков этот свет, этот цвет не менялся. Поэтому в домашних условиях это вообще идеальная история. Витраж будет все время жить, радовать вас и давать какие-то образы новые. Так что желаю, чтобы в каждом доме был хотя бы один витраж. А желательно на каждом окне, на каждом свой.
Витражами можно украсить любую современную квартиру. Например, поставить на подоконник, как картину, и она внесет в дом ощущение праздника. И если вдруг вам станет грустно, попробуйте посмотреть на мир сквозь разноцветные стекла витража.